Всем привет! Я, скорее всего, что его упаковал, где-то оставил. У нас утро, сборы, суббота. Вот наша постель, здесь наша одежда. Много не набирала, чисто спортивные костюмы, купальники, потому что едем на сутки, на одну ночь, поэтому зачем нам много? Вот. Остальное сейчас загрузимся в подвале, это палатка. К палатке. Сережка стульчик мне поремонтировал, мое креселко любимое. Теперь я буду с креселком, оно порвалось, а он, в общем, вот новая нашил ткань. А? Сколько ему лет? Креслу этому? Да. Ух. 10, наверное, уже есть. Много, да, я уже и не помню, сколько. Вот, так, фонарики, мальчики. 36, да, мальчики, да. Фонарики, ты уже собран, сынок? Вот так и едешь? Да. Хорошо. Фонарики, пауэрбанк, Назаршка, возьми. Брать? Я гитару. Жалко, на природу я не хочу. Да-да, мы убьем ее там, жалко. Матрас, ты же говоришь, в подвале. Мам. А? Не знаю, не было так. На диване лежал, я его взял. Ну, правильно, потому что снимала его я с розетки. Так, Назаревич Сергеевич. О, ушел. Класс. У нас опять минус фонарик. Какие-то фонарики. Зарядился? Да, зарядился. Я его сняла, зеленая была кнопочка. Ну, отслужит и дальше сделаем. Окей. А второй Назаршка надо, вон заряжается. Вот, смотрите, господа, у нас в Украине качественный пластик. Фонарики качественные. Так, Сереж, ты в этом, в чем есть, в том и едешь? Да, да. Угу, окей. Все, я переодеваюсь, и мы можем выходить, собственно. Да. А мяч, фрисби, вот что-нибудь? Вот это я у Назара спрашиваю. Что-то берем из мячей? Конечно. Что? Что? Вот это берем. Там маски, зачем они нужны? Или нет там масок? Вон маски. Мама. Я полагаю, что не нужны. Не влазь в мужские... Хорошо. О, мячик надули, да? Ну, это такой, который, в котором в воде можно играть, а на суше вон. Я вот это спрашиваю, вот это брать. Круги? Вот это брать. Да, круги бери. Хорошо, маски я не беру. Может, погода такая будет, что и покупаемся. Вода не позволит. А матрас здесь или в подвале? Я не могу понять, что. Это пробитое, которое мы... Хорошо, а целый, который? Целый, который... Целый, который. Это сапоги такие. Да, зимние. Значит, в подвале там. Тоже в подвале. Да. Ну все, идем грузиться. Сейчас я переодеваюсь и погнали. Давай. Ну вот, мы уже загрузились. Выезжаем. Втроем. Вика у нас такие отдыхи не предпочитает. Блин, не вижу, там стоит машина или нет? Нет. А, там не видно. Поехали в объезд. На всякий случай. Городская девочка. Сейчас еще палатку загрузим, матрас. И вперед за приключениями. Там, кстати, змей много, куда мы едем. Я помню. И змеи, и ужи, там все эти гадости, которые... Это не приятно. Это часть природы, окей. Ну, я не очень люблю эту часть природы. И я согласна, чтобы она была, но где-то в безлюдных. Вот это нормально стало вообще. Купили мальчишки для Андрюшки вот такой водный. Баба, и шо? Угу. Что, он не видит, что мы выезжаем. Вот такой водный пистолетик. Андрей, ой, Назар говорил, что у него поломался. Ну и конвертик еще с денежкой чего-нибудь себе докупит. Вот. Вот что такой у нас подарочек. Мам, что? Это самый большой пистолет, что был. Да? В магазине больше не было. А ты хотел такой, как у тебя, да? Ну что, это тоже прикольно. Андрюшка-то маленький. Зачем? Окурок найди, попробуй, как им стрелять. О, а как? Ага. Туда дуть надо. Да ладно. Как? Там трубочка высовывается, нацелишь и дуешь, она чуть стреляет. Вот. Очень смешно. Не, серьезно так. Он стреляет. А, вот так. Да. Ну, не знаю. Даже без курка. Мне кажется, такое. Ну, мне тоже так кажется. Чего вы брали? Из того, больше ничего не было. Из того, что было. Вот, ну, вот такие маленькие эти брать. Для 7-летнего мальчика. Что-то другое, может, посмотреть надо было. Смотрели, ну, роботов. Ну. Так, заехали в премьер, еще нам сделали заказ. Пепси. Что-то мне погода не очень нравится. А мне нравится. Пепси и чипсов купить.
А мне не нравится. Это вообще не пляжная, не купальная погода. Ветерок, прохладно. И вообще. Сынок, не держи, вода холодная. Ложи где-нибудь на пол вот туда. На пол кидай, на коврик. Да, давай. Угу, все. А? А и одна бутылка у меня. Конверт нет, вот туда я ложила. Все, да. Будешь поздравлять, Андрюшка. Мы уже заехали в зону набережной, как бы. Там уже начинается... Мисливские Кучугури. Мисливские Кучугури, да. Село Леське. Кто помнит, кто меня смотрит на постоянной основе, это не Костик? Нет. Похож. Что, Костик поехал? По-моему, да. Дю, они что, куда-то поехали? Круто. Костик, это семья, там две семьи сейчас, и мы третья, вон уже водичка начинается. Так что я хотела сказать, кто меня смотрит на постоянной основе, должны помнить, мы сюда ездили с Сережей на рыбалку, а еще ранее, не, там много лет, ну как много, несколько лет назад, мы сюда очень часто выезжали с палатками на отдыхе, с семьями, с друзьями, большими компаниями, с детьми. Назар, еще Вика, еще все мелкие были, мы частенько. Мой день рождения отмечали. Здесь? Нет. Твой день рождения мы в лесу. В лесу, а мы сейчас говорим о этом, этой местности, куда мы едем. Ну, это твой день рождения в Сосновке отмечали. Да. Здесь с одной стороны запретники такие, как озера, а с другой стороны Днепр. И Днепр как бы за... затоками такими. Лиманы. Ну, как, ну, лиманы. Не лиманы, заводи. Заводи, да. А дальше, вот куда мы поедем, если туда дальше ехать, там будет уже более открытый Днепр, ну, масштабный такой. Вот, и мы, в принципе, туда и едем сейчас, да, Сереж? Да. Ну, поехали. Вот уже проблескивается водичка. Лариса когда-то умудрилась здесь на одном из отдыхов водкой мыть помидоры и огурцы. Да, я перепутала с водой. Была история. И что мне здесь нравится, здесь как бы очень много растительности, да, и когда приезжают компании, друг от друга получаются отдельно, как бы, да, правда? Никто друг другу не мешает. Никто друг другу не мешает и на голове не сидит. Как бы своя, вот, допустим, территория, ты ее занял и все, уже следующие займут где-то чуть-чуть подальше. Потому что здесь такие к воде территории через промежутки, значит, через расстояние. Это очень тоже кайфово, удобно и, ну, классно. Никто не мешает никому, ни музыками, ни галдежам, ни дети, ни, в общем, такое. Как красиво, прям городочек. О, на эту сторону тоже и вижу. Тут палаточки, и там прям кухня, и ой, класс, я такое люблю, чтобы прямо так обустроено было. Ну да, это у тебя с детства. Угу. Так, что-то я боюсь, что мы их так не найдем. Придется звонить. Вот там какие-то палатки были. Ну там он еще берег другой. А, значит, дальше, дальше еще, дальше. Да? Угу. Рыбаки. Ой, шашлык пахнет. Кто-то да. Жарит шашлычок. Но у нас тоже будет сегодня, да? Да. Классно. Боже, едем, я уже устала. Такая дорога вот это все время, как по кочкам. Я как та собачка на пружинке. Так, это не они. Ну, а Андрюха не говорил, их с дороги видно или нет? Не говорил. Нам оставили пометочку, полотенце Лиля повесила, куда нам заезжать. Вот так вот мы вышли из положения. Забираем полотенце, я так понимаю, они где-то... А, привет! Привет! А, объехать? Ага. Да, объехать надо. Вот туда. Сейчас даю назад. Это на моя? Да, да. Блин, как это прикольно. Стильно. Дуже-дуже стильно, классно. Все, пошли. И мама именинника. Так, ты взял подарки? Надо Андрюху подарки? Из... Да здрасте. Надо вытаскивать. Погнали. Потом разгрузимся. Будто бы на море побываем. Да? Да,
Тихо, классно. А там дети. Так, это палатки ваши стоят, да? Ага. Да, тоже. Ой, ветерок сегодня. Так, а где мы расположимся? Вот там? Ого, слушай, я не готова купаться. Ветер прям. Привет! Андрюшка, мы тебя поздравляем с днем рождения! Ты расстреливал своих врагов и свои проблемы, и конвертик с деньгами. И купишь еще себе что-то. Не, мы покушали, Лилечка, мы пока не голодны. Андрей, можно у меня 8 лет и машины? А, и все только пьяные ходят. Здесь у ребят кухня. А это не убранная. Нормально. Это вы от ветра загородили? Боже, вещи, везде вещи. Ой, прикольно. Как вокруг костра. Боже, какая прелесть. Вот это обустроились, ребята, прикольно. Классно. И стульчики. И здесь мы поставим и наш стульчик. Крутяк. Боже, как уютно вообще. Посмотри, Назар, стулья как будто вокруг костра, знаешь? Ага. Ну, не как будто, а так и есть. Здесь костер был. И будет. Да? Ладно, пойдем палатку ставить. Яичницу. Да. Я смотрю, у вас даже лампочки, типа вечером свет. Обалдеть, слушайте, вот это обустроились. Сережка уже костер разводит. Очень классно. Боже, как я соскучилась за таким отдыхом. Ничего, сейчас еще мужики приедут. Они все поехали в город. Одна семья поехала в город в травмпункт, Костя с Леной. Потому что Лена что-то в ногу загнала, и они не смогли вытащить, поэтому поехали. А Андрюха сейчас где-то должен уже на подъезде быть, тоже подъедет. Все в город сегодня уехали. Мы сюда, а они туда. Они здесь со вчерашнего дня. Это мы сегодня уже присоединились. Уже костерчик развели, и сейчас будут эту. Марчмалана называется? А, как? Марчмелло? О, боже, жарить. Мальчишки, ты будешь жарить с Андрюшкой? Да. Ну, там берите, ну, чуть Лилерска. Надо подождать, пока перегорит немножко. Трем. Кепочку один, сына. Еще голову. На? Еще. А, ну, значит, по очереди пускай. Можно палку зачистить, на палку положить. Ну да. Только мы уже палатку тоже поставили, кстати. Круто. Да. Если рыбак давай сделаем копье и насадим маршмеллоу. Будем жарить. Если ты наловишь, у меня мука и масло есть, нажарим. Класс. Да. Серый наловится точно. Только нужны длинные палки. Так, я хочу пойти попробовать воду вообще. Блин, из-за ветра как-то купаться не хочется, не айс. Водичка такая теплая. А, не очень. Хотя не теплая. Боже, хоть и волна такая, но вода обалденная. Просто бомбезная. Я пойду купаться. Стопудово. Я сегодня буду купаться. Боже, как на море. Сережа, блин. Дурачок вообще. Так меня напугал, как ты подкрался. Ой, чудик. Класс. Теплая вода. Там плавочки пойди переодень. В зеленой сумке сразу сверху пакетик там. Прикольная рука. Класс. Это где-то она зажимается? Мариконы! Мариконы!
Боже, детей куча, супер, класс, не скучно. Детям не скучно, знаешь. Ты посмотри. Лящик. Только что вытянул. Да. Я даже поднять не смог, вот так вот камыши затянул. Да? Пришлось вот так вымаривать, что... Вот, Лиля, ты была права, серый точно словит. Повернись к Лиле. Да я смотрю, смотри, ты потонул, они сказали... Вот она, прелесть природы. Картоха по-селянски, да? Да, по-селянски. Класс. Можно я угощу? Уже пожарится сало. А что это оно, в приправе, да, Лиль? Людей просто куча. Людей наехала, друзей. Целая толпа, 5 семей. Сейчас покажу сервировку стола. Мы перенесли стол вон туда. Сейчас, где ветра нет. Вот такая красота. И это только начало. Ай, хотела заглянуть, но она закрыта. Ням-няма. Мы уже поставили палаточку. Она докачивает Назар матрас. Почти весь я накачала. Я уже постелила постельным. Вот такая у нас будет уютная гнездышко. Здесь мы будем ночевать. Давай, докачивай. Сейчас я попробую. Вот такая у нас огромная палатка. Матрас очень большой. Моя любимая собака. Она со мной ездит везде. И на море была, и везде. Ну и мыша традиционно для Назара. Пробуй. Ой! Ну как? Да, супер. Супер классно. Ананас. У нас здесь еще полно места. Может еще там 2 человека лечь. Надо только растянуть палатку вот так вот. И все. А ты уже матрас? Отдыхаешь? А есть еще матрас? Нету больше у нас матраса целого. Вот это один. Все, теперь мы можем спокойно гулять, отдыхать. У нас... Назар, уйди, у тебя плавки в песке и мокрые. Что? У нас уже темнеет, уже половина людей разъехалась. 3 семьи уже уехали. Осталось 3 семьи. Были шашлыки. Я очень много ребят не снимала, потому что много было людей, которые, ну, не готовы на съемки, так сказать. Я же свою жизнь показываю, а не чужую. Вон, Андрюха уже танцует. Класс. Мы перенесли сюда. Здесь костер. На столе уже остатки сладкие. Ты моя лапа. А где дети? Часть возле воды, часть он бегает. Ага, Андрюха, вижу, бежит. У нас и здесь костер, и там костер, да? Со всех сторон. Вкусня. Ой, вот такие шарики подарили Андрюшке еще. Прям празднично. Вот сейчас, ребят, да-да-да, привет, Костя, неси лампочки. Там сейчас, ребята, лампочки натянут, у нас будет свет. Назар, что это? Что это? Что за паровозик на тебе? Помогите! Ты жив? Вот и длинный, на тебе 4 детей поместилось. Вызывай службу коронавируса, здесь массовое помещение. Массовое скопление людей, надо срочно коронавирус. Сынок, держись, ты самый старший. Меня еще и щекочат. Ой, дети вообще с ума сходят. Сын, а ты... Сынок, может, оденешь костюм? А, я не могу, занят чуть-чуть. Ой, мой зайчик. Вот так вот мы отдыхаем, тусим. Очень классно. Да, Ленчик? Да. Ой, класс.
Я так давно не отдыхала, хоть и ветер, но он нам не мешает. Вот такие дела. Все, вернусь к вам, когда буду в палатку лезть спать. Хотя нет, раньше вернусь. Я хочу посмотреть, показать вам, как у нас будет здесь свет, костер. И настолько уютно и комфортно, просто капец. Ребята так обустраивают отдых, что этому нужно поучиться. Лампочки вешают. Прям кипиш-кипиш. Протянули веревочку вот так вот. И за эту веревочку сейчас пытаются сделать провода натянуть с лампочками, чтобы был свет у нас над столом. А где дети вообще? Прямо на Новый год. Гирлянда. У нас гирлянда новогодняя. Назар. Назарушка, хочешь, бери фонарик, иди в палатку. А мы сейчас будем, наверное, играть в Уно, мне кажется. О, все, свет потух. Освещение от костра. Вот это движуха. Мошки просто не дают мошкара жизни. Это капец. Сейчас ребята будут поднимать лампочки выше, потому что они все у нас на столе. Это кошмар. Ты мой зайчик, не спите еще. А я не хочу. Молодец. Лёха, Сеня, здесь. Ой, все, танцы у нас. Эти умницы мои. Это шо? Чудики. Ничего себе! А наш именинник тоже выдает. Ты шо? А слабон брейк-данс, вот трюки надо снимать на заходе. Класс! Молодцы, пацаны! У нас второй день отдыха уже. Вообще собирались до обеда уже собраться и уехать домой. Все, накупались? Нет. Нет? Мы уже едем? Да нет, папа вон еще рыбу ловит, посмотри. Замерз на солнышке, иди грейся. Вот. Собирались вообще с утра до обеда уже домой вернуться, но никак не можем уехать отсюда. Уже супчик приготовили, покушали вкусненько. Короче, клево. Играем в волейбол. Я уже вышла из игры. Наигралась. А детки будут кушать. Ну! Класс! Супер! На завершение вечера решили дожарить все сосиски. Правильно, в конце шурупы. Вся уставшаяся еда готовится одновременно. Да. Дети, вы уже хоть накупались или нет? Нет, конечно. Холодная? Ты замерзла? Боже моя, ты прелесть. Где наш папа вообще? О, сейчас гляну, что там наловили вообще-то. Интересненько. Ой, классно, отдохнули, в волейбол поиграли. Набесились. Ну, хорошая рыбка еще там. Прикольно. Так, пойду я, наверное, потихонечку палатку соберу.
или постельная в палатку. А Серый, по-моему, уже этим и занялся. Пока там с костром девчонки возятся, ребята тоже потихонечку собираются. Мы параллельно будем и собираться, и готовить, кушать, и поужинаем по машинам, и поехали. Папунечка, тебе помощь надо, Сонечка? Ты что, уже все сложил? Пока вытащил. Только ж не на песок, заяц. Давай я сразу подушки понесу в машину. Вот это можно уже все складывать и грузить. Там в зеленой я скинул все, что на полу лежало. Хорошо, я все складываю, сортирую, а ты уже палаткой тогда. Вот они, сосисочки такие классные. А еще ноу-хау. А это, кстати, утка дикая. Нас здесь угостили. А здесь такие бутерброды с сыром на костре. Лиля такое придумала. Прикольно. Мне кажется, будет вкусно. На костре подогреты. Лиля, они не сгорят так? Смотри, уже горят. Ох, быстро. Да, так огонь же, видишь. Угу. Огонь сильный. Спешим. Какой-то. Зовите всех. Иди всех зови. Кость, зови всех кушать. А пахнет вкусно. Сына. Натуся, иди покушаем, а потом будем загорать. Да, давайте поедим, пока горячие бутерброды, сыр поплавился, а потом будем это. Подай мне, Назар, бутербродик, я покажу. Посмотрю. Давай, да. Вот такая красота получилась. Все, все собрались, уезжаем. Спасибо, Днепр, спасибо, природа. Продолжения не будет. Не будет. Все уставшие, сын, а ты что, уже вечер. Пока доедем, еще час, будет 8:30. Мы уже почти дома, разгружаемся. Ну, грубо говоря, уже дома. Удочки. Ой, тихо-тихо-тихо, не тяни. Что еще? И вот эту сумку с палаткой. И вот эту сумку. Угу. И стульчики. Точно. Блин, это все вытягивать сейчас, да, Катя? Ну, все, все. Вообще, да, лучше вытягивать. Я поняла. Домой сейчас приедем. Вика уехала к подружке с ночевкой. Так что сейчас сразу займемся Лучиком, посмотрим, что у него там, как он там. Не забыл ли он нас? За 2 дня, да? Я боюсь, что он уже, наверное, все съел. Нет, а Вика же ему по-любому насыпала кушать. Что, думаешь, нет? Не насыпала? Да не, она смотрит за ним. Кстати, неразлучником нашего вида воду менять надо каждый день. Каждый день, каждый, да. Каждый день. Ну, вчера мы перед отъездом меняли, а сегодня, в принципе, еще не поздно поменять. Так что нормально успеваем. А вы меняли? Да, я вчера меняла. А, и я. Я же не знала, что ты поменял, зайка. Я же не знала, что ты поменяла. Ну ничего, уже как есть. Дома. Лучик. Что, не такой? А что с ним не так? Не знаю, потемнел, что ли. Ну, он же взрослеет. Лучик, ты что там ротик открывал? Мы вернулись. Лучик, ты рад? Ты рад? Маленький. Чё? Он уже спать мостится, уже солнце село. Он потолстел или? Он распушился. Хороший. Да, мы уже дома. Вика с тобой разговаривала, Лучик. Так, а мне разгребать. Стирка. А что у нас вообще, хоть еда какая-то есть дома? О, есть. Что это тут Вика что-то готовила? Не знаю, что. А крылышки что, нету? Есть. У нас еще еда дома есть.